Вот мы проучились, нас возили, вроде бы нормально. Потом прошли проблемы то с транспортом, то с бензином, то с дорогами. В этом году, вообще в сентябре, почти на 3 недели мы наших детей не возили. Мы были вынуждены обратиться в Министерство образования, в отдел образования, депутатам, главе администрации, что мы, родители, будут вынуждены выйти на митинг с просьбой, что мы хотим учиться. Почему? В других школах, в других селах отставили школы, хотя мало, еще меньше количество учащихся. А у нас национальное село с татарским этнокультурным каким-то уклоном, я точно не могу, конечно, выразить, нам закрыли. Сделали ремонт, и после ремонта главное дело. А школу 25 учеников закрыли. Даже начальник больше закрыли. А педагогический состав? Полный был. Расформировали. Я не помню, чтобы где-то открыли новую школу за последние, наверное, лет 5. Чем больше количество людей узнает, и чем подробнее будет это обращение, тем выше вероятность, что проблема начнет решаться.